Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 25 сентября 2018 года, и сегодня я хочу с вами поговорить вот о чем. Я хочу поговорить о депутатах, которые приняли решение отозвать мандат мэра. Проголосовали, 29 депутатов проголосовало за, и на данный момент вопрос остается подвешенным. Есть у нас мэр, нету мэра, до конца непонятно. Но вопрос не в этом, вопрос в депутатах. Я сейчас хочу вам показать то, что я вижу на сайте. Сайт сделан за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков. И как используют сайт эти сами депутаты. И вследствие этого использования можно сделать определенные выводы. Ну вот смотрите сами. Ну вот, заходим в сайт городского совета. Официальный сайт Полтавской мирской рады это выконавчего комитета. Видим, да? Заходим в мирска влада. Здесь заходим депутаты мирской рады. И вот что мы здесь видим. В графе каждого депутата есть функция информация про деятельность депутата. И вот мы нажимаем на эту функцию, а здесь ничего нету. То есть сайт создан за счет налогоплательщика и содержится за счет налогоплательщика, но депутаты не хотят даже здесь показывать свою деятельность. Сейчас я дальше в ускоренном буду делать вам, для того, чтобы сэкономить время. Ну, Саня Глазов что-то делает. Какие-то отчеты выставляет. Вот этот депутат довольно интересная личность. Есть какой-то отчет у него, но вот я хотел бы ваше внимание акцентировать. Он принимает кожен перший вівторок місяця. И вот тут интересное. С 8 до 9 на улице Харьковской, 18 это в Лиске он принимает. А с 9 до 10 в Подольском районе. Как он в 9 часов может закончить и в 9 часов начать прием в двух разных местах, ну минут 20-30 надо потратить для перемещения с улицы Харьковской в Подольский райвыконком, там переезд при выезде из Лиска, и не всегда это просто сделать. Я не знаю, но у меня есть репортаж, как я пытался к нему попасть на прием, не попал, я его тогда не нашел. Ну, кто видит мой проект «Як працюєш депутат», то помнит этот случай. От звіт депутата Луценка за 17-й год. Ну вот, наконец, плотно таки заполненная страница депутата Светланы Нестули, хотя по округу достаточно других вопросов, но статьи какие-то, отчеты, ну, то есть это единственная страница, которая хоть немного заполнена, ну и из которой можно хоть какие-то выводы делать. Эта страница заполнена была бог знает когда, один раз. Ну, все, больше ничего нету.
Это что, депутат столько работы сделал? Вот, кстати, страница лидера всего движения об отзыве мандата мэра Александра Шамота. Как думаете, как он работает? Да никак. Судя по этой странице, он не работает вообще. Ну и на прощание у нас Вадим Ямщиков. Это единственный депутат, которому от меня больше всех достается. Но, тем не менее, мы здороваемся, общаемся, и достаточно плодотворно часто общаемся. Я много у него слышу разумных вещей. С ним интересно работать. Он реагирует довольно быстро. Не всегда не все удается решить. Но процент положительного решения то у него очень высокий. Ну вот, я вам показал сайт, официальный сайт, на котором, в принципе, как бы и не должны, но в принципе и должны, наверное, все-таки показывать свою работу наши депутаты, но они не показывают. И скажу вам честно, я уже не раз об этом говорил, все помнят и знают мой проект «Як працюєш депутат», который я периодически делаю. Вопрос не в том, как они относятся ко мне лично. Они могут меня ненавидеть, не любить. Я не претендую на их самое лучшее отношение к себе. Вопрос в том, что через меня они так относятся плохо к вам. Каждому из нас, каждому из полтавчан. 29 депутатов проголосовали за то, чтобы отозвать мандат мэра. Да не вопрос. Вроде бы как мы их делегировали. Заметьте, вроде бы. Почему? Потому что об этом я отдельно буду говорить. Но сегодня и сейчас я вам показал, как они сами работают. Чем они лучше? Мы не знаем. Я открываю официальный сайт, и я вижу. Большинство депутатов не работают. 5 или 6 депутатов хоть что-то, хоть как-то показали. Остальным наплевать. Наплевать на меня, наплевать на Полтаву. Всем хорошего настроения.